воскресенье, когда не находишь места от сковывающей безнадежности. У вас что-то случилось? Я даже не знаю, с чего начать. А кто мне может помочь? У меня особый случай. Я не знаю, к кому еще можно обратиться. И необъяснимое все сильнее окутывает холодным страхом. Игорь, что ты сейчас чувствуешь? Какой-то животный страх. Я вас прошу, не лезьте в нашу жизнь. Хочется понять, как выпутаться из этого ада. Дело становится интересным. Погибла тетя Лиза, погибла. Пролитая кровь. Кровь тянет за собой вереницу последствий. Помогите! Сумку отдал, я сказал! Я убил чужую жизнь! Я должен сидеть в тюрьме! Особый случай. В воскресенье на ТВ Рус.